Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Страждущий Иов и его друзья. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказывая лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Илифаз, фимонитянин, Билдад, Савхиянин и Сафар, намитянин. И сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждую верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.